Добрый день. Предлагаю вам рассмотреть мужские полуботинки-лоферы французского бренда Tandance. Верх модели сделан из натуральной кожи теленка, прочного и эластичного материала. Он пропускает воздух, благодаря чему в обуви будет комфортно как в помещении, так и на улице. Кожа приобрела фактуру, имитирующую кожу крокодила, благодаря обработке на специальных штампах. Это сделало ее выразительной и более прочной. Лоферы-полуботинки без молний или шнурков. Надевать их легко и быстро. Модель украшает кожаная полоска с прорезью, характерный для лоферов декор. Выступающий шов на союзке повторяет форму носка, что делает стопу визуально уже. Вставки из резинки будут растягиваться при каждом шаге, делая посадку максимально комфортной. Подкладка и стелька из натуральной кожи козы позволяют ногам дышать и меньше потеть. Кожа уменьшает риск появления мозолей и поддерживает здоровый микроклимат в обуви. Пару безопасно и комфортно носить в течение долгого времени. Благодаря бежевому цвету подкладка не будет окрашивать ноги. Резиновая подошва прочная, устойчивая к истиранию и неприхотлива в уходе. Небольшой каблук поддержит мышцы вашей стопы. Кверху обуви подошва приклеена, что делает ее непромокаемой, а пару – легкой. Шов на подошве – декоративный. Рельефный рисунок протектора защитит вас от скольжения на любых поверхностях. Носите эту пару в стиле БСБЖ с брюками и рубашками. БСБЖ переводится с французского как «правильная элегантность, правильные манеры». Это элегантный стиль вне времени. Модель представлена в черном цвете. Наслаждайтесь комфортом с вашими новыми полуботинками Tandance.